Привет! На канале Котёнка Лишайка. Сегодня я буду открывать Винкс и Шопкинс. Винкс и Шопкинс? Да, у меня там Мишка Кала. А, Мишка Кала тебе будет помогать открывать Винкс? Да, маленький. А как твою куклу Винкс зовут? Кукла? Как это ее там? Лейла зовут, да? Да, Лейла. Ну-ка, давай мы посмотрим, что это за Лейла. Ой, упала Лейла. Вот она такая кукла, да? Да. Красивая такая, а да, у нас? А с золотыми волосами была у Кати. Да, а мы посмотрим сейчас, что тут. Вот она какая красавица, да, с крылышками. Нажми на кнопку, подвижные голова и руки, крылья мельцают над разноцветными огоньками. Здорово. А ее зовут Лейла, да? Да, Лейла. Так, а что тут сзади написано? Собери всю коллекцию. Тут надо, оказывается, всю коллекцию собирать, да? Да, тут получается Лейла, Стелла, Флора, Текна, Блум и Миза или Виза какая-то, да? Да. Кстати, была с золотыми волосами вот эта Стелла. Ну, мы тоже потом, сейчас вот эту вот посмотрим, а потом другие будем собирать. Алиса же будет коллекцию собирать, да? Да. Ну что, давай. Открывай. Да, давай с куклы открывай. А, давай я тебе скрепочки помогу оторвать, да, отсюда. Да. Потом Алиса будет сама открывать. Так, так, тут она на скрепочках. Сейчас я тебе отцеплю. Давай, давай. Ну на, давай, доставай и показывай нам. Пять. Ой, стрельнула. Ну-ка. Мне интересно, и всем, наверное, интересно, что там за Винкс Лейла такая, да? Давай ее установим на подставочку, да? Да. На подставочку ее сейчас поставим. Вот какая у меня тут Лейла. Так. Я сама ее достала. Вот она какая. Ну-ка, на кнопочку давай нажмем. О. О. Прикольно. Давай. На кнопочку нажимаешь, и она должна... А, вон она начинает светиться. Это в темноте будет видно, да? Вон огонечек загорается. Алиса, его вот здесь не видно. Вон, видишь, сзади. Сзади начинает гореть. Давай я покажу. Давай. Давай вот сюда сейчас. Давай я поставлю. Так. Так, вот так вот она должна стоять. Сейчас мы ее поставим. Но я в коробке, я не пробовала, как она нажимается в коробке. Да? Не да. Пробовала? Ну там есть девочка, я даже не пробовала. Ой, смотрите. Ой, а что там ты нашла? Сердечко. Сердечко? Вот эта штучка. И звездочка. Mm-hmm. Да. Так, что-то она тут не хочет нормально вставать. Ну вот она, вот так вот, когда нажимаешь ее, давай-ка мы ее пока без подставочки. И вот здесь вот начинает вот огонечек такой светиться. Да. Красненький, желтенький, зелененький да. И синенький. Сзади он светится. Тебе нравится, как он светится, этот огонечек, да? Вон, сзади. Это в темноте будет очень хорошо видно, когда... Да ты ее сейчас на подставку не ставь, ты же с ней будешь играться. Это она когда на полочке будет стоять, тогда ее на подставочку ставить. А сейчас ее не обязательно на подставочку ставить. Она Ой. Будет падать же. Ну так а ты ее пока... Давай я ее поставлю сейчас. Да. Она что-то у нас не очень устойчивая, да? Да. А на подставке лучше. Вот она вот тут стоит. Так, а Алиса у нас будет что делать сейчас? Ну, тебе нравится эта фея? Да. Ой, это фея, да, или кто? Да. Фея Лейла. Да, да, она с крылышками. С крылышками, да. Сейчас вечер, когда наступит, будет темно, мы будем включать, на кнопочку нажимать, и она будет светиться. Крылышки будет у нее светиться, да? Да, теперь надо мы... Красивая такая, да? Давай посмотрим еще на нее. Какая красивая фея. И теперь Алис будет открывать Шопкинсы, да? Да, у меня там
там попадется, наверное, какая-то кошка. Какая-то кошка? Да, желтая. Желтая кошка? Да, как у Кати в мультике. Ну, давай посмотрим. На тебе ножнички. Да, я сама. И открывай. Давай. Сначала одну открывай, да? Пальчики только осторожно. Посмотрим, как Алиса. Алиса у нас ножницами недавно научилась пользоваться, да? И сейчас она будет аккуратненько отрезать. Не, неправильно. Давай папа тебе отрежет. Нет, а так ты высоко сильно отрезаешь. Нужно чуть пониже. Алиса, чуть вот пониже надо открывать. Вот. Я уже открываю. Уже открываешь? Да, пониже. Нет, а ты срезала, он тебе сейчас не откроется. Или тебе так нравится резать, что ты будешь по несколько полосочек отрезать? Чего? Нет, не откроешь сейчас. Не откроешь. Давай я тебе сейчас отрежу. Да, а я буду сама доставать какую-то игрушку. Конечно, на, держи, доставай и показывай нам, да, что там за игрушка. Ой, что там? Так. Вкладыш какой-то интересный, да? Ой, это здорово! Что это? Мне попалась. Кошечка красивая. Как ее зовут, эту кошечку? Мяу-мяу. Кошечку зовут мяу-мяу? Да. Ну, у кошечки, наверное, имя есть, а эта кошечка говорит так мяу-мяу. Это интересная, красивая такая кошечка. Давай посмотрим. Вот так ее сюда поставим. Да? Ой, не хочет стоять. Кошечка, ты что падаешь? А это что у нас? Вкладыш. А, это вкладыш. А эта кошечка спряталась за занавесками в окошке, смотрит, да? А тут это что? О, это целая коллекция шопкинсов, да? Да. Сколько их тут? Ой, сколько много. Красивые какие. А где наша кошечка здесь? Вот. А, вот она. Ну-ка найди здесь кошечку нашу. И вот еще... Вот, Алиса нашла кошечку. И вот карточка, да, смотри. Вот она наша кошечка, Шопкинс, да? Да. А ну у нее имя-то какое-то есть. Давай мы ее как-нибудь назовем. Давай. Как мы ее назовем? Киска Алиска? Нет, Кинди. Кинди? Да. Интересное имя Кинди. Ну ладно, пускай будет Кинди. Так, а это что такое? Подожди. Это что такое у нас еще здесь? Это неинтересно, ну, наверное. Это, наверное, инструкция. Да, инструкция. Так. А, ну да, это неинтересно, это инструкция. Эту. Вот. Так, ну да, попробуй сама еще открыть. Давай. Давай, открывай. Это же не трудно, ты ножничками отрезай. Пониже чуть режь. Режь? Нет, вот там, вот с этой стороны, да. Пониже чуть-чуть отрезай, и все у тебя получится. Ты же уже ножницами работала. Так. Кошечку мы назвали Кинди, да? Да. Ну ладно. Чуть-чуть ниже. Нет, ниже еще, Алиса. Ну вот это отрезай и еще чуть-чуть ниже. Так, еще ниже отрезай. Так, молодец, Алиса. Вот умничка, Алиса, ножничками как работает. Хорошо, да? Так. Надо было тебе чуть-чуть ножницы поменьше взять, да? Так. Ну давай я тебе помогу. Ну то у тебя уже почти получилось, да? Да. Так, открывай дальше. Так. Это такой же вкладыш. И что мы нашли здесь? О, прикол! Это кто у нас? Шопкинс, это дельфиненок, наверное, что ли? Да. Да? Дельфинчик? Ой. Это дельфин. Да, у них голова крутится, да. Вот она голова крутится. Это, наверное, это морской котик, наверное, да? Морской котик. Да, как Катя говорит, что это морской котик. А как мы его назовем, этого морского котика? Кошечку мы назвали Кинди. А как морского котика назовем? Були-були-були-були-були. Були-були-були-були? Да. Классное имя Алиса придумала. А сколько будет були-були раз? Були-були или були-були-були-були-були? Нет, були-були-були-були-були. Ой, какое длинное имя у него. Ну ладно, это, наверное, будет и имя, и фамилия у него, да? Классно. Подожди, давай мы его вот здесь вот поставим. Здесь такая же карточка есть на нашего котика. Були-були-були его зовут, да? Да.
Так, вот карточка. Давай карточку с карточки складываем. Сейчас, подожди. Складываем, пускай они вместе стоят, на нас смотрят. Ну так, а другие же не видят. Надо же, чтобы другие детки увидели, да? Вот так вот мы их будем составлять. И пускай они вот тут стоят. Так, это... Ну вот и карточки, да? Это сюда, это Кинди, это Були-Були-Були. Еще будешь пробовать сама открывать? Нет, у меня не получается. Почему? Не получается? Нет. Ну давай попробуй. Нет. Нет? Нет. Ну давай, папа тогда откроет. Дай. Смотри быстрей. Так. Так. Это кто у нас получился? Вот тут какой-то интересный тоже персонаж получился. Инструкцию так убираем. Эта карточка у нас тоже. Вот тут такая есть. Ой, прикол, прикол какой. А мне вот это нравится. Это птенчик какой-то. Это какой-то птенчик. Очень маленький-маленький. Как птенчики поют? Как птенчики поют? Тип-тип-тип-тип-тип-ти. Так птенчики поют. А Алиса же песенку знает про пальчики. Давай песенку споем. Нет, тогда кукол пусть споет. Ну давай, ты вместе с куколкой спой. А потом дальше будем распаковывать. Нет, сама. Ну давай, пой. Нет, сама куколка. Ну куколка-то сама не может петь. Она же с тобой будет петь. Ой, упала. Давай мы ее поставим. Давай поставим. Сама поставишь? Да. Ну давай. Так, а как мы этого, птенца назовем, а? Какой птенец красивенький. Тип-тип-тип-тип. Так птенчика будут звать? Тип-тип-тип-тип, да? Помочь. Помочь? Давай. Какая-то у нас фея. Падающая. Падающая фея, да, как Эйфелева башня. Фея такая падающая. Пускай она стоит, ее пока не трогаем, мы потом ее хорошо сделаем, да? Так, это птенчик у нас тип-тип-тип-тип-тип. А да. Где же его мама этого птенчика-то, а? Давай его ставь рядом с друзьями. Вот у него карточка такая, да? Красивая. Алиса будет и карточки собирать? Да. Ставь птенчика рядом с его друзьями, которые мы нашли. И карточку рядом с его ставь. Они потом будут играть, да? Вот у нас уже... Вот у нас сколько уже получилось, да? Смотрите на меня. Смотрите на Алису, да. Алиса сколько открыла уже игрушек, да? Теперь ты будешь открывать. Да, давай. Я открываю? Да. Или ты нам еще попробуешь ножничками Нет, открыть? Ты. Я? Ты. Да. Ну давай я открою. Сколько нам осталось еще распечатать? Две. А ты поставь к ним, наверное, еще Калу, Мишку своего, а то он там скучает один. Да? Вот он маленький такой. А кстати, как его зовут, Мишку этого Каалу? Как Мишку этого Каалу зовут? Я не знаю. Не знаешь? Ну давай ему имя придумаем. А то ты с ним давно играешься, а имя его не знаешь. Давай его назовем. Я его называю... Ой, ну какое-то ты имя страшное придумала. Да? Да, самое смешное Алисе стало, какое она Мишке придумала имя. Давай, раз его зовут Каала, давай мы его назовем Мишка Ко. Мишка Ко. Да? Нет. А как? Не, ну... Ну вот ты представляешь, как его будут звать так? Он же будет плакать и пугаться. Нет. Давай, ты хорошо... Не-не-не. Ты хорошо тогда подумай, и потом придумаем ему имя. Так, ну давай теперь открываем следующий, да? Сейчас я тебе отрежу. Да. Открываем. Смотрим, что там. Так, ну это у нас карточка уже была. Так. О, другой нам попался Шопкинс. Кто это? Филин. Ух ты, филин или совенок. Филин. Классно, какой красивый совенок, да? Да. Ой, какие у него глазки. Давай желтенькие, да? Ну-ка на вкладыш посмотри. Сам он фиолетовый. А как, кстати, фиолетовый по-английски? Purple. Purple. А давай назови все цвета, которые есть у тебя, у игрушек. Кошечка какого цвета? Белый, white. Белый, white. Дельфинчик какого цвета? Голубой. Голубой. Как голубой по-английски? Катя говорит, что он просто голубой. А по-английски как? По-английски голубой? Да. Как? Блю. Блю. Так, дальше. Наш... Синий блю. Синий тоже блю. А Purple. Фиолетовый? Пепл. Пепл. Молодец. Ставь его рядом со своими друзьями. Сейчас я его найду на вкладыше. Ну-ка, найди на вкладыше и покажи нам. Вот он у нас такой вкладыш. Да, смотри на свой.
Нашла, здорово, ставь его там. Как мы его назовем, филина? Вот он у нас. Филин у-у-у. Ну что-то ты их называешь, как они говорят друг с другом, да? Ну ладно, пускай так будет. У-у. Один остался. Опять. Так, и один остался. Да, сейчас. Один пакетик. Один пакетик остался. Сейчас мы его откроем. Да. Да, один пакетик. Сколько посчитаю у тебя друзей? Сейчас пока получилось. Один, два, три, четыре, пять. Пять. Это с Мишкой Коалой пять, да? Да. И Винкс, Винкс еще. Да, один. Один. Шесть получается. Мы открываем последний Шопкинс. Да. Да? Так, и что нам там попадется? Как ты думаешь, такая же попадется игрушка или новая? Новая. Новая? Да, ну, да, давай да, посмотрим. Да. Давай сюрприз посмотрим. Новая да. или такая же? А? Такая. Такая же или новая? Новая. Новая? Или такая же? Такая. А давай загадаем, а? Нет, а? Давай. Да. Ну давай, смотри. Ну-ка, сейчас посмотрим. Мне кажется, такая же попадется. Посмотрим, кто победил у нас. Алиса у нас победила. Алиса сказала, что попадется новая игрушка, и нам попалась новая игрушка. Здорово. Это лебедь. Розовый лебедь такой красивый, да? Я вам помогу найти его. Да. Сейчас Алиса поможет найти. И вот он красивый какой. Карточка какая красивая. И лебедь у нас такой красивый на карточке. Вот карточка. Здорово, нам попались 5 разных игрушек, да? Такое редко бывает, чтобы игрушки были все разные. Обычно, если открываешь сюрпризы, там много одинаковых попадается. Так, давай ему ставим. Ставь рядом с друзьями. Я назвала кисеньку и филина. Кисеньку и филина? Да. А ну-ка покажи нам еще лебедя. Ой, хочет точно такой же вот этот упасть, да? Вот этот мишка. Ясно. А сколько у тебя сейчас получилось этих Шопкинсов? Ну-ка посчитай хорошо. Мне кажется, ты ошибаешься. Один. Ставь, два, ставь лебедя. Четыре, пять. Пять. Правильно. Вот я нашла. Нашла? Покажи нам, где ты нашла. Вот. Точно, молодец. Алиса там нашла. Нашла Шопкинса, вот. Всех нашла, да? Я нашла филин и кошку. Филин и кошку? Так, а как мы лебедя-то вот назовем? Это я нашла. Тоже нашла? Ставь его рядом со своими друзьями. Ой. Филин упал. А лебедь какого цвета получился у нас? Пепл. Пепл тоже фиолетовый, да? То есть у нас получился... Ну-ка посчитай еще раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правильно, всего 7 игрушек. 5 Шопкинсов у нас получился. Одна фея, как ее зовут? Винкс Лейла, да? И Алисин старый друг Мишка Коала, да? Да. Да? Ну тебе понравилось? Да. Ой, у Алиса крылышки там подсвечивает. Но сейчас сильно ой, не видно. Крутятся. И ручки крутятся. Здорово. А ой, как горит, красиво, крылышки горят. Когда сегодня стемнеет, Алиса будет включать. И там даже фиолетовым цветом горит. Здорово. Надо целую коллекцию такую собрать, да, Алиса? Да, у меня была коллекция. Да, целая коллекция, чтобы было. Их там сколько мы смотрели? Ой, упало. Сейчас мы посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 фей, да? Да. Вот мы всех будем собирать, эти феи, да? Да, чтобы у меня была коллекция. Да, чтобы была коллекция, и чтобы им скучно не было, да? Да. А этих Шопкинсов-то тоже много? Ну-ка посчитай, сколько ты можешь посчитать, сколько их там всего есть? Вот, я сама ее поставила. Да. Ой, опять упала. Давай, сейчас все. Давай, еще поставь. А ты нам песенку-то споешь про пальчики? Нет. Ну спой. Ой, пусть сама фея она знает. Ну фея это не знает, ты ее научи этой песенке, пускай она споет. Опять. Ой, упала, опять. Ладно, ладно. А, ну давай, доставай. Ну ладно, ты ее пока в руках держи, она какая-то неустойчивая фея, там поставочку надо посмотреть. А ты посчитай пока. О, все. А ты посчитай, сколько там вообще Шопкинсов-то есть. Киска Мурмел один. Один. Ну ты считай просто один, два. Сколько их там? Один лебедь. Один лебедь, да. Нет, всего сколько их есть? Не те, которые тебе попались, а сколько их есть там? Один, два, три. Так. Четыре. Так. Ой, это кто, я не знаю. Ну ладно, ты просто посчитай, а потом будем разбираться, кто там. Ой. Ну считай вслух, считай.
собака. Давай, давай считать. Я тоже взял эту картинку и будем считать вместе. Давай. Сколько тут? Ну-ка. И вот и сколько знаю. Много. Не знаешь, давай считать. Ты же умеешь до 10 считать. Даже до 20 ты считала. Считай. Один. Да. Как мы с тобой в пазл играли? Ой, цифры вот еще. Я нашла. Да. Давай посчитай, сколько там. Вот. 1, 2, 3, 4. Ой, вот я нашла. Да, 5. 5. Дальше. Дальше считай. Сколько всего там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Нет, после 12 идет 13, 14, 15, 16. Ну, короче, у тебя после 12 у тебя маленько. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ну, все понятно. Ну, короче, много, да, получилось? Да. Здорово. Ну что, понравилось тебе играться с это, с распаковывать? Да, я могу. Игрушки Шопкинсы, да? Тоже крутится голова, да? Да. И у этого крутится голова. И у этого крутится голова? Да. И у этого крутится голова. И у этого крутится голова? Нет. Не крутит? Ну, понятно. У филин это одна сплошная голова, да? Да. А да. У этого крутится? Ну, конечно, у лебедя голова будет это, крутиться. Он же клювик это, прячет себе в крылышке. И крылышки у него шевелятся, да? Да. А лебедя-то мы назвали? Лебедю имя не дали еще. Ну-ка, давай называй его. Как лебедя назовем? Лебедя мы назовем Гав-Гав. Гав-Гав? Ну ты что, собачьим именем лебедя называешь, Алиса? Ну ты придумала, а? Давай тогда, если ты называешь лебедь Гага, да, пускай будет? Нет, Гав-Гав. Гав-Гав. Ну какое-то имя собачье. Это есть мультик, это котенок по имени Гав. Его звали Гав, а собачонок откликался на имя, да? Нет, Гав, вот она. Вот это? Да. Ну ладно. Мы потом другие имена им дадим, потому что ты что-то какие-то имена нет, не очень дала им. Они будут. О, они обидятся. О, лебедь спрятал головку, клювик спрятал в крылышки себе, да? Да. Ну здорово! Классные нам шопкинсы попались, да? Давай вам вот так. Тоже крутится? Вот. Да, прикольно. Ой. Алиса сейчас будет играться с этими, да, шопкинсами? Ой. Ты придумаешь им какую-то историю, да? И они будут дружить вместе. И с ними, смотри, уже коала сдружился, да? Вон он, они такие большие, а коала маленький такой стоит, да? То есть нам котенок, дельфиненок, потом птенец, совенок и лебедь маленький получился, да? И фея Лейла. Ну что, всем говорим пока-пока. Да? Пока, на канале Алисы и Егора. Всем пока-пока. Вы были на канале в гостях у Алисы и Егора. Подписывайтесь на наш канал. Котёнок Алисы и Егора. Да, ставьте лайки и комментарии. Ой, всем буквально. Я пока откручу немного.